Стихотворение называется «27 января 1944 года». «Спаси нас, Боже, если существуешь», — сказал мальчонка и опять молчит. «Была война, и миллионы судеб уподоблялись пламени свечи. Встал на колени, голова склонилась». Он улыбнулся из последних сил. Всю боль, что в детском сердце накопилось, впервые в просьбу Богу он вложил. «О, Господи!» — просил он. «Будь со мною!» Слеза скатилась по щеке его. «Так страшно! Одиноко нам с сестрою! Погибли все!» И рядом никого. И он уснул, склонившись над постелькой своей сестры, голодной и больной. Последний стон из детской колыбельки он не услышал, сам едва живой. А утром передали, что солдаты освободили стойкий Ленинград. Он тормошил кроватку. «Ната, Ната, проснись скорее, дела пошли на лад!» И он рыдал, судьбину проклиная, кончиной малютки потрясен. Шептал сквозь слезы, Троица Святая, спасибо вам, что Ленинград спасен.